Всем привет, ребят! Ну что, сегодня решил сделать видосик, показать, как поживает три аккаунта параллельно, показать вам разницу без донатных аккаунтов здесь на русском сервере, на китайке и на английском сервере, где мы создали их одновременно. Я стараюсь каждый день заходить. Конечно, здесь я больше прокачиваю здания, силу героев. Но там есть свои нюансы, я сейчас вам их покажу. Я расскажу, где уже разница видна, даже там за сколько, 6 дней. Так, давайте позабираем это все. Так, питомцев забрали. По очередности зайду на каждый аккаунт. Ну окей, бесплатно. Ангел у нас выпал. Так, хорошо, с этим разобрались. Получить. Получили дополнительно химку. Просто, блин, нифига себе. Замедление сразу же упало. Ну, так. Я бы, конечно, его пристроил кому-то с этих героев. Так. Что у нас по героям? А тут, по сути, замедление как такового никому и не надо. Поставим его на ведьму. Пусть там валяется себе пока. Вдруг когда-то выбьем ведьму, то будет хоть замедление. Так. Окей. Поехали, посмотрим так, вкратце. Давайте начнем отсюда. Ну, вот такие вот итемы, как видите. Ничего такого особенного. 6 карт смены. Ну, здесь мы получили руны таланта. Неплохо так. По героям у нас уже есть тыковка появилась и химка сегодня. Ну, химка, в принципе, везде можно ее достать. И две сумочки я выбил вчера. О, ничего себе, сразу же плюс 2 редких. Круто. Такс. 72 сумки. Поехали, быстренько сбегаем. Я вчера вроде пропустил. Я говорил, что я буду на этом аккаунте играть как обычный человек, не задротить каждый день. Так, новогодняя рулетка. Поехали сюда, зайдем. Та-та-та-та-та. Крутим. Ну, то есть вы увидели, да, здесь, что у меня уже есть. Ну, я здесь немножко больше сижу, чем на тех, там я чисто по фарме. Так, две карты арены, ну, такое себе. Они мне не особо сейчас нужны. Так, поехали еще посмотрим. Ну, алтарь я вам показал, то есть тут эти герои, которые выбиты до, в принципе, здесь ничего такого особо не поменялось. Так, хорошо. Четыре тысячи, новый титул. Ну, в принципе, выбили пятую. Так, ну что тут у нас такое? Ну, на это тратить сейчас 450 самов жирновато будет. Наконец-то у нас открылся архидемон. На него можно будет уже ходить. Отлично, можно будет отсюда какие-то итемы собирать. В принципе, по архидемону рассказывать особо не буду. Читаю ваши комменты, там многих бомбит, что я много рассказываю. Ребята, я много рассказываю, ну, ничего не поделаешь. Начальный аккаунт, на нем не надо рассказывать. Я могу вам зайти на основу тоже рассказать, но толку от этого, если я не покажу людям азов. Так. Этого мы улучшить не можем. В общем, потом сюда вернемся. То есть тут вот так вот, ничего такого особенного, скажем так, у нас нет. Вот, отлично, карта. Вот отсюда надо забирать карты. Это дополнительный заработок будет у нас на смене. Потом попозже. Так, все, отлично. В общем, с этим мы разобрались. Сейчас я еще забью. Может, фонтан? Не, фонтан у нас закрыт. Вот как-то так. То есть имбо-героя у нас уже есть здесь тыковка. Потом ее откроем. Так, выходим, поехали на английский сервер. Посмотрим, что же у нас тут изменилось. Ну, тут как бы топовый пират. Это само собой за
Можно выбить сетну, в принципе, вполне реально, 10к, и можно ее получить. Ну, Огника, понятно, и получить топовые эмблемки. Ну, в общем, здесь, в этом плане, плюс по сравнению с русским сервером и с китайским сервером, то, что можно, вот видите, один день пропустил, но можно догнать за 50 самов. В принципе, вернем это обратно. Так, получили яйца, и окей, фри. Ну, здесь получше, здесь слизняк хотя бы упал. Так, здесь силу я еще, как видите, не качал, не трогал. Питомцев я тоже стараюсь не особо здесь открывать, но тоже будем силу подгонять со временем. Поехали, покажу вам алтарь. Так, что у нас тут по акциям? Ну, акции, как бы, это для нас... Кубокник уже стабильно. Как видите, здесь топовые Некрос 50 плюс топовые плюшки. Такс, забираем награды. Потом подобиваю. Так, есть смена. Тут у нас упала корка. Окей. Это хорошо. Такс, что у нас тут есть? Ну, как бы значки почета такое себе, тут немножко самиков. В принципе, здесь ничего такого нету, и карты я не открывал, карты я оставляю потом, если... Напишите в комментах, хотите, буду открывать, либо потом накоплю, пооткрываю, чтобы видеть изменения, что же, какие шансы будем копить. Так, сундуки, думаю, смысла. Ну, давай докопим до 7. Тогда все пооткрываем. В общем, тут вот так вот. Полтория здесь практически нифига, как видите, нету. То есть на русском сервере больше игры, поэтому там немножко лучше алтать. Ну, там выпала нам тыковка, кстати, с карты. Так, хорошо, с этим разобрались. Сейчас еще чекну здесь. Тут орденов еще нету. Поехали на третий сервер и, наверное, самый успешный по сравнению с этими двумя. Почему, вы сейчас увидите, я вам сейчас расскажу, почему именно так. Здесь я не пропустил, не поленился. Тут надо с утра бегать, забираем плюшки. Как видите, пропуска копится довольно-таки неплохо. Что мы имеем? Вот шарики нас открыли, можно слить. Имку 10 звезды надо, конечно, и получить рунки такие. Смотрим. Смотрим, давайте тоже. Ну, здесь шаманчик упал. Как видите, здесь яйца тоже. Сила тоже качается неплохо. Надо будет потом позаниматься этими аккаунтами, немножко их подкачать под 10к. Так, смена. Теперь смотрите внимательно сюда. Смотрим отсюда. Ребят, 25. Как он? 25 карт смены, это еще не все. Я вчера поленился, не знаю, оно у нас есть, нету. Вот. За 300 самиков плюс 10 еще. Плюс 10, посмотрите, сколько у меня. Давайте сразу же заберу. Ну, 300 самов, думаю, можно потратить. Они потом вернутся. Вернется, если будет на сменах 3000. А также питомцы. Карта есть. Вот смотрите, за 5к. Так, я не знаю, поменялись у нас акции. В общем, как здесь доставать карты и как реально здесь выбить топовые таланты. Сейчас я вам об этом расскажу. Вот почему уже этот сервер посреди, ну, по сравнению с русским и с английским топовый. Я уже не раз вам рассказывал, показывал. Давайте досмотрим, что здесь есть. Ну, по героям 35 таких карт, 35 таких карт. Здесь я еще ничего не открывал. В алтаре тоже здесь есть уже тыковка. Ребят, тыковка уже здесь есть. Точно так же, как и на русском. И есть плюс гарпия. То есть в этом плане даже круче. Ну, это не столь важно. Сейчас расскажу вам. Поставлю.
Здесь каждую неделю проходят акции на смену талантов и на найм героев. Таланты можно менять картами, соответственно, за 120 карт вы получите топовые таланты на сегодня. То есть священный огонь, пакт, там даже ремку, по-моему, давали. Ну, в общем, исцеление, то есть у вас проблем с талантами на этом сервере у без доната не будет. Это сразу же плюс. Также здесь можно собрать бездонатного огнекрыла за 160к. Также здесь можно собрать некроса еженедельно. Его там, по-моему, раз в две недели по 10 осколков дают. Ну, за выходные 20 осколков можно собрать. Рулите вы карты, получаете, покупаете по 30, получаете. И тут все можно делать. То есть ролл карт учитывается в эту акцию, которая за смены. Ролл за ЗП, то есть можно ЗПшками ролить, выбивать некроса. Вот, в общем, из-за этого, как бы, этот сервер для меня вот среди трех самый топовый для бездоната, потому что тут уже есть преимущество очень большое. Как видите, ну, русские никак не влазят. Я, ну, не стал здесь играть, потому что здесь будет все намного быстрее, все намного проще. Поэтому я создал на русском. Чисто вот из-за таких нюансов, и на английском то же самое. То есть русский самый у нас трешовый получается. В общем, вот как-то так, ребят. Пишите комменты, что вы на это скажете, что вы хотите увидеть. Если хотите увидеть сегодня еще видосик с бездонатом, плюсуйте, запишу вам видос прокачку уже, буду рассказывать и героям. Ну, в общем, как-то так. Я поехал в Бравлерс. Всем удачи, всем пока.